живот. Да, один балл. Ты упал на живот, контратака сзади была. Ты залез сзади, он ответил и упал на живот, да. Один балл. 1-0. И убоих по замечанию. Проигрывает Чезар. 2 балла Чезару. 4-3 ведет он. А, так это просто бросок. 4-2. Вниз. Еще бросок на 2 балла. И удержание. Да, выходи. Чезар, время. 4-4. Пожалуйста. Владимир борется. Владимир борется 3 минуты. Да нигде. Да нигде. Давай, я тебя прошу. Красавчик. Осталось немного. Час еще. 4 балла. Стоп. За ковром. 4-1. Смотри, сколько сил у тебя Владимира гоняет. Так это будет. Давай, дали. Опа, блин, я офигею. А уйди, а то он сейчас убьет тебя. Давай, давай, бороться дальше. Нет. Я на болевой, вот же рука. Толку. Выиграл бы, и все. Так я же ты не делаешь, ты взял, бросил, убежал. Толку. Ты делай. Четыре один. Мельниц он за пояс взял, блин. Стойка. То есть, это как в этом, трейке. Поменял захват партии, все, стойка. Значит, ты отсюда сделать ничего не можешь. Артем, проигрываешь. 4-1. Да, не хватит плавки завязывать. Улетишь с этого. Там же за ноги можно брать Чезар. Время. Вторая победа Бурдужа. Третья победа Чезара. Поклонились. Пожали руки, ушли, отдыхаем. Минуту отдыха. А что такое, Артем? Что не по ноги лезет. Пусть лезет. Ни разу не лез. А я не привык с Владом. А с кем? Со мной? Что с кем? Да нет, Влад не лезет, Влад. Я сам. Ну, обычно. Не ставишь ноги, он не лезет? Да, до этого не лез. Ну, а сейчас? А сейчас просто лезу. Не буду тут. Это хорошо или плохо? Значит, Александр Иванович Мешок, если мой ученик не ходил туда выигрывать. Когда я не вовремя, сейчас там преподавать. Почему? Все в ноги лезут. Там а, другой. Все в ноги? Да. Так ты, смотри. Вот еще дай немножко отдохнуть. Кажем. Еще, подожди. Сейчас. Иранский борец отдавал ногу. Так я знаю. Ну вот ему отдай ногу, пусть от не две ноги, а одну возьми. Так я бы отдал, я не ожидал просто, что ноги залезут. Приготовились? Поздно. Сейчас, Владимир. Так, вы берете свой, пока цель заходит. Не надо, не надо, сейчас он придет. Это слабо, сейчас, сейчас. Это слабо. Эй, кончай баловаться. А то сейчас за Навального в тюрьму отправлю. Здесь нету этого. Как он это? Свободы слова здесь нет. Как я скажу, так и будет. А меня не будет, как Юрий Александрович. Готовы? У вас
четвертая получается, 2-0. Да. Время. Пошли вдвоем. Артем, надо выигрывать. Влад, не дай Боже, проиграешь. Я потом объясню, почему. Третья победа, кровь из носа. Влез, Владимир, на задник. Показал, как влез, как молния. Так, молдаване говорят. Ну, как ты долго лезешь. Даник, замочи его, блин, через грудь. Можешь за ногу взять? А, да? Да, можешь, тут правильно. Так, Чезар, там 30 отжиманий, 30 раз пресс, отжимания, пресс, что у нас тут? Приседания, отжимания, пресс и 10 подтягиваний. По 50 раз? По 30. Можно это снимать? Да, можно. Владимир, сюда. Не, не надо снимать, наоборот, кимоно. Да. Ну, показываешь. Это основной прием, как делаешь. Покажи. Один балл. Еще, да. Ты пока, ты смотри, ты работаешь подсечкой. Ты покажи подсечку, залезь на задник. И не той ногой подсекай правая, подсекай левая, залезай правой. Стоп, что там такое? Да нет, да он просто. Что, за палец укусил? Давай, вставай. Вставай. Как этого второго нет? Давай мы. Да ты! Ты можешь. Вставай. Давай, Немцов, вставай. А ну, Владимир, покажи ему, блин. Давай, 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 давай. Россия отбирала крем. Стали. 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 Даник, стали. Удушающий. Стали. Ну и задуши его. Кто сдался? Даник, Матея, сдался. Как вы сказали, стали. Туда, туда, встали. Даник. Туда, 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 встали на ковер. Даник, дисквалификация за удушающий во время самбо. Нельзя, удушающий сам? Да. Тебе же вот ребята говорили. Ты этого тебя не делаешь, честно. Так же, если я тебе забрал. Это трагедия, не сильно помню. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, Артемчик, что ты там придумать можешь? Правой сверху и за ножку. И за ножку рукой мельницу. Чебанят. Нет. Проигрываешь, Артем. Один балл, 2-0. Что-то надо придумать. Все. Даник, стойку, Владимир, Даник, стойку. Замечание тебе за удушающий, Даник. Давай, 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 давай. Мате. Время. Пожать, что не доделал. Пожали руки. Артем, что бы ему сделать, а? А захват не дает. Не дает захват? Снизу, блядь. А что хочешь сейчас сделать? Посадку. Посадку? И посадку? Даник? Да, я. Куда ты? Не знаю. Пописать, что ли? Горшки все закрыты.
Смотри, ты хочешь делать посадку после чего? То есть после? Делать прием, а потом посадку. Я снизу показал вперед, а посадочку да, да, получится. Делал подсечку вот так. Да, первый спад. Да. Что-то не то. Что-то не то. Как? 100%. Нет. Всегда идет. Далее. Покажи еще раз. Вот. Сейчас подожди, Саш. Давай. С каждой спадки чуть-чуть больше, чтобы не отдохнуть. Покажи, что ты хотел сделать. Покажи, я держу. Вперед. Так. Так ты влево стоишь. Куда это идет, а туда и берем. Сам ты мне не вижу. Прекращай баловаться! Даник ушел, Чезар вышел. Все разговариваешь? Даник, кончай разговаривать. Осталось 10 минут, и ты мне начинаешь доводить. Хорошо. Еще раз. Так, Чезар, что сделаешь ему? Сейчас, броски через грудь мне не нужны. Ты сам заходишь через грудь, и туда ныряешь и делаешь бросок. Это не пойдет на республике, не пойдет по юношам, по молодежи, сам бальзюдо. Тебя туда никто не пустит. Пустит тебя Владимир, потому что он слабее. Подхват не очень хорошо, неправильно делаешь, от него сразу переворот получишь. Подумай, что сделать надо. Хорошо? Че? Время. Артем, надо выиграть. Во что бы то ни стало. 3-0 проигрываешь. Опять. Под дзюдо сразу шида получишь. По самбо нет. Не играет роли, делаешь или не делаешь. Тогда пройди туда и без броска вытащи его наверх, 3 секунды держи. Переходи на удержание, Артем. Не убегай, переходи на удержание. Стоп. За ковром. Переходи на удержание. Что там? Блин. Артем. Там бал был или нет, не видел. Давай двигайся, Артем, двигаться всю складку. Не обязательно залезать, двигаться, рвать захват, дергай. Вот нога его была. Вот переворот, правую руку повыше, сверху, согнуть. В ножку пройти, мельницу сделай. Подтяни к себе правую руку, возьми сверху за плечо и правую руку к себе тяни все время. Или совсем боли не делай падение. Все время тебе... Ну, забеги! Ну, высеки его! Поднять! Нет, вытащи! Правильно, Владимир, только разворачиваться надо было. Чезар, стойку. Стоп! Предупреждение тебе. На голову идет. Предупреждение. Второе снимаем с ковра. 1-0 он ведет. Что? Подзюдо. Как судьи решат, это могут концов ума кидать, он на голову пришел, могут дать и все. 80% что дадут. Дай наоборот, а не вот так. 1-0 ведет Пастухов. Руку правую к себе и подтягивайте все, что для того, чтобы выполнить. Ну, раз, два, еще какой-то прием, завершающий. Он от тебя подсекает, надо переподсекнуть. Подсекает, эту ногу убрать, другой засекнуть.
Проигрываешь, Влад, проигрываешь. Давай, Влад, прыгивай. Рука за голову. Идешь ты сзади. 2 балла. По самбо могут дать, могут не дать. 2 балла. Я же делал, контрапрем не был. А что ты на бок упал? Не скажешь? Вот ты что на бок упал? Сам что ли? Или опух тебе помог? А когда делаешь прием? Нет, но он помог тебе. Такой странный, блин. Вот сюда это вообще базарит. По самбо. Стоп, стоп, все. Ушел Даня. Иди сюда. Вон туда остановись. Вон туда, да. Пошел Владимир. Сожрал его. Пока он не встал, быстро бросился на него. Но спину надо было. Стоп, честно. Туда. 30 приседаний, отжиманий пресс. Ну, Влад, работаем. Опять через спину с колен. Руку надо сорвать, наверное, его. Мате. Время. Подвел ты меня, Влад, блин. Конечно, подвел, блин. А я тебе скажу, почему. Пошли вокруг ковра. Если бы ты выиграл 4, я бы тебе шоколадку не дал. А так 3 победы, ты сказал. Вот я тебе придется дать. Засранец, блин. Не мог 4 сделать? Я не знал, я как бы взял. Я залезли. Что? За кебабом идете? Меня возьмете с собой? Ты любишь кебаб? Кебаб. Лиля, кебаб любишь? Да? Не, мистер лучше. Как? Мистер. А что такое мистер? Нет, мистер кебаб. Просто... Мистер кебаб? Да. Мистер это кебаб? В 2 раза больше? Нет, просто он лучше делает кебаб. Еще раз, что? Нет, это заведение так называется, мистер кебаб. А где оно находится? Это тут недалеко. А почему оно там лучше? Ну, в разные дни по-другому делают. Вот так же.